Добро пожаловать, ребят, на 8-й этап Формулы 1 на Гран-при Франции. Что же, Франция нас встречает сначала обновлениями небольшими, связанные с шасси, которые, к сожалению, не полностью к нам приехали. К нам не приехало обновление на снижение веса. Но, окей, одно обновление приехало, и фиг с ним. Но также еще встречает Франция нас тем, что я в квалификации не могу поставить нормальное время. То есть, да, я прохожу даже в третий сегмент, ну, почти без проблем. Но вот именно третий сектор трассы никак мне не хотел поддаваться, и все время я сливал там около от полусекунды до почти секунды по отношению к лидеру. Поэтому стартовая позиция была очень и очень далекая от той, которую я хотел бы видеть. Поначалу это шестое место, но потом все скатилось до девятого. По итогу будем стартовать с конца первой десятки, но утешительная новость была в том, что у нас был достаточно низкий износ, и поэтому, скорее всего, стратегия будет у нас в один пит-стоп, и поэтому мы сможем постараться еще прорваться через пелотон, и я буду надеяться, что у большей части топ-десятки будет стратегия в два пит-стопа. Погода нас порадовала тем, что наконец-то у нас не было дождя в гонке, но дождь у нас был в первых двух практиках, что как бы мне намекает игра что ожидай, сынок, дождя и дальше. Ну, забегая чуть вперед, да, в Австрии у нас будет дождевой немного этап. Ну, до Австрии чуть позже. Пока что у нас Франция. И первым на стартовой решетке у нас оказывается Шарль Клер, второй Александр Албон, третий Макс Ферстаппен, четвертый Себастьян Феттель, пятый Пьер Гасли, шестой Льюис Хамильтон, седьмой Чеко Перес, восьмой я, девятое, десятое место за двумя Макларенами. Вальтери Боттас решил у нас взять штрафы в виде 10 позиций. По итогу будет стартовать он с середины второй десятки, что для него не очень хорошо, поскольку он будет стартовать на софте. Поэтому вначале может быть даже возникнут трудности с обгонами, поскольку противники будут достаточно медленными, но все-таки могут помешать в поворотах. И переходим к старту. Гастон Красный и я очень хорошо срываюсь с места, тут же смог поравняться с Пересом и при этом не отстать от него. Гасли плохо стартовал, его тут же прошел Хэмилтон, также и Перес пытался его обойти, но Перес передумал с обгоном Гасли, и по итогу я его смог по внешней траектории обойти в первом повороте. И тут же я постарался еще опередить Гасли, поскольку мне надо было как можно быстрее прорваться вперед, что в принципе у меня в третьем повороте получилось, уже в четвертом мы бок о бок с ним проходили, и в пятом повороте я все-таки смог окончить эту борьбу и уже перешел к двум Рэдбуллам и Хэмилтону. Но пока вернемся к стадии старта, то как у нас стартовали все болиды в пелотоне. Второй раз сразу же начинает рваться, именно Шарль Леклер неплохо стартовал, позади него один из Рэдбуллов также очень хорошо стартовал и постарался навязать борьбу Албону, но по итогу мы знаем что эту борьбу он проиграл, к сожалению. Но это только начало гонки, так что в будущем может все поменяется. На обратной прямой я пытаюсь перейти сразу два Red Bulls, и Феттеля, и Ферстаппена. У меня это удается, Феттель также еще и смог опередить Ферстаппена. Бок о бок мы начинаем с ним проходить затяжной правый поворот, но выхожу я из него лучше, чем Феттель, и по итогу зарабатываю свою четвертую позицию. Впереди меня было только уже три болида: Хэмилтон, Албон и Шарль Леклер. Леклер в этот момент уже успел оторваться, у Албона какие-то проблемы были, поскольку Хэмилтон достаточно быстро его догнал, что нетипично для Мерседеса, как по мне было, и смог навязать ему какую-то даже борьбу. Бок о бок они начинают ехать в третий сектор, начало его именно. Бок о бок начинает проходить повороты, за счет чего я смог к ним как можно близко подъехать. И теперь надо было думать, как я буду их обходить вдвоем, потому что мне было сразу их обойти и сразу же оторваться, чтобы не давать им возможность открывать позади меня свое крыло. На выходе из 11-го поворота Хэмилтон смог выиграть свою вторую позицию, и Албон уже на эту кругу у нас уходил на пит-стоп, что говорил о том, что у него будет стратегия в два пит-стопа. К этому моменту у меня шины у самого были уже достаточно изношены, но надо было продержаться еще пару кругов, чтобы пойти на альтернативную стратегию в один пит-стоп. И уже к этому моменту гонки я понимал, что я буду приходить не на медиум, а на хард, чтобы точно доехать до конца гонки и не испытывать в конце, опять же, этой гонки проблемы с резиной. С Хэмилтоном я постарался как можно быстрее разобраться, но, к сожалению, я только смог к нему приблизиться к первому повороту, и даже находясь достаточно близко для атаки, я не мог атаковать Хэмилтона, поскольку не хотел прям сильно рисковать, и поэтому решил дождаться уже верникового варианта в виде обратной прямой и ДРСа. Плюс Леклер не сильно далеко-то уехал от нас, я думал, что он едет достаточно далеко, и у Леклера будет достаточно хорошее преимущество по отношению к всему пелотону, а так он оторвался от Хэмилтона там на 2-3 секунды и не более.
Ну и на обратной прямой до Шикан я без проблем прохожу Хэмилтона. И вместе с этим это делает со мной еще и Феттель. Бок о бок они, правда, начинают проходить Шикану, что дает мне время оторваться от Феттеля, который все это время ехал со мной по пятам. И по итогу он также обходит Льюиса, и по итогу он снова погнался за мной. Самое главное теперь было не пустить его вперед. После пистопа Албон и Гасли начинают потихоньку возвращаться к основному пилотону. Сначала они проходят без проблем оба Вильямса, причем Албон и Гасли сразу два Вильямса проходят за один поворот, что в принципе неплохо для Гасли было, потому что, ну, как-то два последних этапа Гасли показал очень плохие результаты вне очковой зоны, и я надеялся, что на этом этапе он сможет показать неплохой результат и попасть хоть какие-то очки. Я делал свой пистоп на один круг раньше, поскольку понимал то, что еще один круг софт уже не выдержит, я буду на нем больше терять, чем получать времени, поэтому лучше сразу заехать на пистоп и отправиться на своем медиуме до самого финиша. Правда, в этот момент у меня проходит весь абсолютный пилотон, чему я был немного удивлен. Два Вильямса успевают проскочить вперед, но, опять же, ненадолго они бок о бок начинают воевать друг с другом, тем самым замедлять себя. И я тут же предпринимаю решение их обогнать. Сначала обхожу без проблем Кубицу на прямой. Ну и Рассела надо будет также быстро обойти. И постараться это сделать после точки детекции ДРС, чтобы на прямой иметь небольшое преимущество по отношению к Ферстаппену, который в этот момент был позади меня и был он на свежем софте. Соответственно, у Ферстаппена тоже была стратегия в 2 пит-стопа. И забегая чуть вперед, стратегия не у всех гонщиков была в 2 пит-стопа. У части гонщиков это была стратегия в 1 пит-стоп, но большая часть первой десятки избрала стратегию в 2 пит-стопа. Собственно, не доезжая до Шикана, прохожу я Рассела и устремился за впереди идущей группой, в которой был также и Пьер Гасли. К этому моменту он уже вроде успел сломать себе переднее антикрыло в контакте с кем-то, и поэтому потихоньку он начинал сдавать позиции. В принципе, это даже было в один момент видно. Как это видно сейчас, Гасли уже достаточно сильно отстал от предыдущего болида, из-за чего не мог открывать крыло. Чем воспользовался Строл, который смог обойти Гасли на прямой. И уже я смог также подъехать к Гасли, и надо было его также быстро проходить, потому что нельзя было терять время. Потому что позади меня опять же был Макс Ферстаппен, который был очень близок и который был достаточно быстр по отношению ко мне за счет, опять же, резины. С Гасли я смог без проблем разобраться в 10-м повороте, со Стролом я смог разобраться уже только на старт-финишной прямой. Но и то, разборки тоже не закончились после этого, Строл смог удержаться за мной после второго поворота, что для меня было, ну, необычным явлением, поскольку я уже не ожидал то, что он сможет как-то меня даже контратаковать. Ну и что же, третий поворот, контратака, я этого в принципе не ожидал, по итогу задним колесом я его разворачиваю, и по итогу у нас на трассе появляется режим виртуальной машины безопасности, после которой Макс Ферстаппен смог меня сразу же атаковать, поскольку у него была возможность открыть крыло на старт финишной прямой, у меня же не было такой возможности, поскольку я чуть подотстал во время виртуальной машины безопасности от двух Renault, из-за чего у меня не было такой возможности. Гасли потихоньку продолжал проигрывать свои позиции. Следующим на очереди, кому он проиграл свою позицию, был Себастьян Феттель, но Феттель почему-то решил въехать к Гасли, наверное, тем самым хотел уравнять шансы в этой борьбе, но по итогу он все равно вышел из нее победителем. Но у Феттеля была стратегия в один пит-стоп, как и у Льюиса Хэмилтона, который шел позади Гасли. Тем самым Феттель выбывал из борьбы за первые места за счет своей стратегии, и потому что у него поломанный передний антикрыло, и минус, так сказать, один противник. Макс достаточно быстро догнал две Рено и сразу же стал их атаковать, еще до шикана с ними смог поравняться и по итогу сразу же прошел обе Реношки. Я же только смог пройти Хюлькенберга, потом погнался за Рикьярдо, но, к сожалению, не смог его пройти. У меня была попытка нырнуть во внутреннюю часть 11-го поворота, но, к сожалению, она ничем не увенчалась и пришлось мне ждать до следующего круга на той же обратной прямой. За счет уже слипстрима и ДРС я смог опередить Рикьярдо, но, к сожалению, было время потеряно по отношению к Максу Ферстаппену, и по итогу мне надо было его догонять. Но не все так просто. На 17-м кругу у нас входит Лэнс Строл, из-за чего у нас выходит машина безопасности. Второй раз за два сезона я ее вижу, опять же, во Франции, и опять же она не к месту выезжает. Но не в моем случае. Я решил сделать пит-стоп, поменять свой хард на медиум и на нем уже до конца ехать, поскольку я понимал то, что на медиуме будут большинство моих оппонентов, и поэтому мне нужно как-то с ними бороться, а на харде это было бы очень достаточно сложно сделать, поскольку их медиум был бы не сильно изношен по отношению к моему харду.
Также, да, теперь всю оставшуюся гонку мы будем наблюдать только с ТВ-камер, поскольку я отключил запись и забыл ее продолжить. Но, в принципе, с ТВ-камеры мы можем посмотреть на все интересующие нас моменты. После рестарта я сразу же начинаю атаковать предыдущего Джовинаци и прохожу его. И следующим уже на очереди был Кевин Магнуссон, с которым также я стараюсь разобраться как можно быстрее, поскольку впереди меня интересовала группа в виде трех болидов из двух Red Bull'ов и Льюиса Хэмилтона. И во главе этой группы был как раз Себастьян Феттель, который в этот момент ее всю замедлял. И причем я в тот момент еще не знал то, что у него было повреждено переднее антикрыло. А это у нас Шарль Леклер, который заезжает на пит-стоп уже круг спустя после того, как ушла машина безопасности. Из-за чего еще один претендент на победу у нас вылетает из борьбы, поскольку Шарлю придется прорваться через весь абсолютно пилотон, да и также его настигать весь, поскольку мы все-таки успели собраться и рестартнуть все друг за другом. С двумя редбулами я стараюсь разобраться как можно быстро, с Максом смог разобраться, но с Феттелем, к сожалению, не удалось в поворотах разобраться, из-за чего пришлось с ним разбираться на обратной прямой. В этот момент у нас еще не было возможности открывать ДРС, и по итогу приходилось выгонять своими силами. Но благо впереди меня был Вальтери Боттас, который мне давал под конец этой прямой слипстрим, и уже на выходе я также его смог обогнать за счет того, что у меня все-таки был медиум, и я продолжил прорываться вперед. После обгона Вальтери впереди меня осталось только 5 болидов. Карл Сайнс, которого я тут же обгоняю на следующем кругу, потом шел Албон, Норрис, Райконен и Хэмилтон. Первая троица шла друг за дружкой, и Албон потихоньку-потихоньку ее догонял. Но то, что потом мне сообщил инженер, меня сильно порадовало, поскольку он сообщил, что у Албона проблемы с ДВСом. Второй или третий этап подряд у Албона проблемы с ДВСом. Что не так с его болидом, я не знаю, но прикол в том, что он начинает отставать от этой тройки и начинает даже потихоньку-потихоньку проигрывать позиции по отношению к позади идущим. Также в этот момент Ландо Норрис начинает потихоньку прорываться вперед со своего третьего места. Перед ним был Кими Райкнин, которого начинает обходить по внутренней части 11-го поворота, и без каких-либо проблем он смог это сделать. Позади к этому моменту я уже потихоньку их догонял, и мне самое главное было то, чтобы они как можно дольше боролись, и при этом еще не отпустили Льюиса достаточно далеко вперед. Также позади Ферстаппен начинает уже свой прорыв через пелотон. В одном повороте сразу же проходит и Сайенса, и Албона. Причем так удачно для Ферстаппена Албон заблокировал свои передние колеса на торможении, тем самым заставив Сайенса еще сильнее оттормозиться в том повороте. И на следующем кругу уже Сайенс обошел без проблем Албона и также еще и умудрился заблокировать передние покрышки на торможении. За 4 круга до финиша я догоняю впереди идущих Райконена, Хэмилтона и Норриса. В этот момент уже Норрис вышел даже на первую позицию. И я забыл отметить еще тот факт, то, что когда я обходил Албона, я не сказал то, что я не мог в тот момент открывать переднее крыло. Так сказать, карма за злорадствование надо Торо Росса. Ну ладно, даже несмотря на это, я смог более-менее конкурировать с оппонентами на прямой. И уже за 3 круга до финиша я смог опередить Ландо Норриса, но проблема была в том, что я не мог от него так хорошо оторваться, как его смог догнать. И к этому моменту позади уже Ферстаппен догнал нашу группу и потихоньку начинал опережать. Начал он, конечно же, с Райконена, и следующим на очереди уже был Льюис Хэмилтон. Мне же в этот момент надо было как можно быстрее оторваться, постараться, поскольку я понимал то, что у Ферстаппена есть реальные шансы меня без проблем опередить, так как у него банально есть возможность открытия крыла. У Норриса, несмотря на то, что он мог открывать крыло, ему не хватало на прямой скорости, из-за чего он не мог ко мне особо сильно приблизиться для атаки. И что же, последний круг, и Ферстаппен только опережает Ландо Норриса на обратной прямой еще до шиканы. Я к этому моменту был достаточно далеко впереди для атаки и понимал то, что никак меня Ферстаппен уже не сможет догнать. Если бы был у нас один лишний круг, я думаю, у Ферстаппена была бы возможность меня атаковать. А так, мы имеем что имеем. Первая позиция с 9-го стартового ряда. Конечно же, у нас машина безопасности, которую я второй раз все-таки в этой игре увидел, наконец-таки. Надеюсь, в будущем я чаще вижу режим виртуальной машины безопасности и саму машину безопасности на этапах, потому что порой ее не хватает для того, чтобы вот так вот серьезно поменять исход гонки. Конечно, может быть, даже и без машины безопасности исход был бы, ну, более-менее понятен, но за счет нее я все-таки смог вырваться на первую позицию, потому что на харде, возможно, бы Ферстаппен все-таки меня догнал бы, и, возможно, бы Леклер бы даже без проблем смог бы закончить гонку на первой позиции.
А так, у Торо Росса как-то все пошло наперекосяк со стратегией, почему-то сделали пистоп уже после машины безопасности, а также и у Албона, который столкнулся с проблемами с ДВСом, хотя у Торо Росса он достаточно износоустойчивым должен быть. Что же, восьмой этап и новый контракт, я стараюсь как можно приближенным его оставить тому, что у нас было. Ну, конечно же, по позициям еще меньше стали позиции, то есть ожидаемая квалификация будет пятая теперь, а на гонку первая. Ну и контракт без проблем проходит, что для меня самое важное. По модификациям заказываем две модификации средних в аэродинамике и ждем их уже в Великобританию, в которой мы сможем воспользоваться ими в полную силу. Ну и также я хотел перезаказать модификацию на снижение веса, но к сожалению мне не хватило буквально 34 очков ресурсов, чтобы заказать ее на уже Австрию. Так что в Австрии у нас не будет никаких модификаций. Но вот в Англии у нас будут большие изменения. На этом все, ребят, с вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорых встреч, ребят, пока-пока и удачи вам.